Данная реальность – это реальность-катализатор. Здесь происходит кристаллизация осознанности. Чем больше человек отдаляется от взаимодействия с реальностью, отдаляется от отношений, от людей, тем, грубо говоря, он просто находится в таком замершем, латентном состоянии, то есть в таком анабиозе. Это абсолютно не будет никакого непрозрения. То есть, вот смотрите, почему я сказала реальность перевертыш? Очень часто вы слышали, что какие-то мудрецы уходили в пещеры, там сидели, там медитировали, молились, неважно что, какая-то аскеза. Но это просто игры ментала, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая. То есть там, где ты есть непосредственно прямо сейчас. И вот это все взаимодействие, оно очень важно. Скажите, каким образом вы можете почувствовать, что вас наполняет, что у вас есть внутри, если вы ни с кем не взаимодействуете? Наверняка даже, вот я помню, был какой-то фильм, когда там один йогин, он где-то медитировал далеко от людей, и когда он оказался в час пик, то ли в метро, то ли в автобусе, то есть у него не выдержали нервы. И это именно показатель того, что человек играется в медитацию, он играется в какую-то духовность. То есть вот где бы вы ни находились, это самое то место, где вы должны быть, и оно не является ни плохим, ни хорошим, оно является тем самым нужным, которое вам должно быть.